Всем-всем привет! С вами снова Татьяна. И это видео будет у нас распаковочка с AliExpress. Что прислали? Девочки, я уже не помню, могу только догадываться. Но, по-моему, здесь спицы пришли в одной посылке. В этой даже не знаю, что. Сейчас будем с вами открывать и смотреть. Ну, здесь вот, наверное, спицы. Я так подозреваю. Уж очень долго шла посылка. Наверное, вокруг света прошла. Тут не одна, по-моему, посылка, девочки. Так, пакетики нужно сохранить, чтобы сделать подтверждение. Так. В общем, здесь... Китайская почта написана. Посмотрим, что же здесь. Два маленьких и один большой. Давайте с маленьких начнем, да? Откроем, что в них. Посылок, заказов, вернее, я сделала много. С AliExpress, и я уже... Как бы в них, честно, запуталась. О, три пары спиц. Да, те, которые я заказала, девочки. Ура, 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 ура. Тройка, 3,5 и четверка. Какие они классные на 80 сантиметров. Вот такой вот рисунок, девчата. А я про них забыла. Я же два набора заказывала. Так, это значит из-под спиц. Ой-ой-ой, 3 сантиметра. Смотрите, они вот в таких пакетах, в упаковочных. Ну, так и буду хранить. Так и буду хранить. Давайте достанем. Тройка, девочки. Какая красота. Я молодец, что я их заказала. Не пожалела денежку. Что-то они не очень-то дешевые были. Гляньте, какие носики, девочки. Они блестящие. Краска, ой, краска, леска красная. Вот как у меня на деревянных кубиках. На тройке, на четверке, 3,5-4, вот я вижу. Вот точь-точь такая леска. Она очень гибкая, очень мягкая. Здесь вот все ровно. Спицы просто шикарные. И кошки дерутся. Сейчас, девочки. Извините, кошка там пришла, чужая кошка. Моя ее гоняет, девчата. На спицах, девочки... Вот здесь вот гравировка. Так, я еще слепая такая. Сейчас посмотрим. Угу. Знаете, здесь гравировка вот на этой вот спице. И я хочу сказать, что она не русскими словами сделана. Да, китайскими, наверное. А на этой? На этой нету ничего, не вижу. Вот на этой вот она, гравировочка есть. Вот написано 3,00. Троечка. И здесь еще буковки. Девчат, спицы замечательные. Просто замечательные. Очень легкие. Они никелированные, гладенькие. Вот здесь переходики. Вообще класс, 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 класс. Я очень-очень рада, что я их тогда... Я их увидела, когда я вот тот набор покупала на цветных лесках. И мне выпали вот эти тоже с бесплатной, по-моему, доставкой. Ну, не скажу, там надо смотреть. Потому что я...
когда набирала, где платная получалась доставка, где бесплатная, так это тройка, красная леска, 3,5 черная леска, и у четверки тоже черная леска, девчата. Так, вот они. Да, вот здесь вот гравировочка. Вот 3,5. И... ну, я не прочту. Тут не русскими вот буковками написано. Вы не увидите. Вы не увидите, уже поверьте мне на слово, что гравировка номера стоит. И ну, я так думаю, что фирма, наверное... вот это вот слово. Вот это вот слово. Вот. Вот эти вот буковки тут написаны. Да. С, Х, Л. Вот это вот. О, К, О, У. Ну, английские вот эти буквы. Четверка. И стоит гравировка номера. Девочки, спицы прекрасные. А нет, здесь тоже... а, ну это 3,5 я вытащила опять же. Я же хотела четверку вытащить. Угу. Что-то волнуюсь. А здесь тоже, девчата, красная леска. Они все, видать, с красными лесками. А в целлофане, когда лежат, кажется, что черная леска. Вытаскиваешь, она вот красная. Но леска шикарная в них, я вам скажу. Потому что у меня... спицы есть кубики деревянные, 3,5-4, вот это вот леска. Единственное, мне присылали там леска на 60 сантиметров, только детские вещи я на ней вяжу. Это вот моя ходовая леска, 80 сантиметров. Носики шикарные, просто шикарные. Ну, я очень рада. Я заказала, вот, девчата, 3,5 троечку и четверочку. Хотя я люблю вязать и 4,5 и пятеркой. Возможно, я до заказ сделаю. Вот, если там будут 4,5 и 5, то я закажу. Это однозначно. Спицы очень крутые. Просто шик. Вообще, ой. Ура, ура, ура. Я очень-очень рада. Но они шли очень долго, очень-очень-очень. Рекомендовать не рекомендую этого продавца. Я не знаю, с чем это связано, но посылки идут какие-то через Гонконг. Так, это тройка. 3,5. Вот эти вот четверка. Побольше спицы. Классные спицы. Девчата, вообще, если увидите... я вам рекомендую. Легкие носы, хорошие носики. Вот здесь переход хороший. Самое главное, что вот эта леска, она не имеет памяти. Вот сколько я вязала теми своими, памяти нету. Не закручивается абсолютно. Не знаю, что вот здесь. Давайте тоже вскроем аккуратненько и посмотрим. У меня там стирается... вода шумит, не обращайте внимания. Я бегала на почту, Вера оставалась дома, пылесосила, убиралась и начала стирку. Она уже одну стирку постирала, стирает вторую. А, это покупка моей дочери. Да-да-да, все. Это покупка моей дочки. Вот такая вот штучка. Убирать волос. Ну вот, работает. Все шикарно. Классно. Она где-то стоила рублей 800, 700. И она подзаряжается, девочки. Вот. Это я завтра поеду на почту и отвезу дочери. Можно от ноутбука подзаряжать. Кисточка и сама вот эта вот штуковина. Угу. Усы брить. У кого растут усы, ну, волосики на усах, на бороде,
Знаете как, дергать нельзя. Мы начинаем дергать, они еще больше начинают расти. Вот эта вот штучка. Вот эту вам рекомендую, девчата. А то я посмотрю, может быть, и себе закажу. Такую мы покупали в фикс-прайсе, но это все ерунда. Вот это хорошая вещичка. Так, посмотрели. А здесь сейчас откроем самую большую посылку. Вот здесь, наверное, мои два набора спиц. Я так подразумеваю. Потому что я же еще заказывала два набора спиц. Тоже на 80 сантиметров. Да, девочки, ура, они пришли. Тоже очень долго. Многие девчата позже меня заказывали и уже получили, и уже вяжут. У меня здесь два набора, девочки. Так. Один набор на 40 сантиметров. Вот они. Да, на 40 жалко. Я зря, наверное, заказала. Я уже вижу. Давайте достаем вот эти на 40. И другие на 80. Вот такой мешочек. Да, надо было на 40 мне не заказывать, а заказывать больше. Мне кажется, на 40 они будут совсем неудобными вязать. Ну, давайте откроем. Так, давайте начнем с малышей. Угу. 10-й номер, 7-й. Так, сейчас. 10, 9, это 7. Сейчас, девчата, я их разложу и подключу. Ну вот, девочки, я их разложила. Получается 2,25, 2,75, 3,25, то есть тройки нету. 3,5 тоже нет. Идет 3,75, четверка, 4,25, пятерка, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10. Давайте самую маленькую откроем. Я вот переживаю, что они будут неудобно ими вязать. Спицы сами длинные. Ну, в принципе... Да, в принципе, нет, нормально. Вы знаете, что сейчас сделаем с вами? Мы сравним с моими китайчатами на 40 сантиметров. Теми я вяжу прям вот с большим-большим удовольствием, и они очень классные. Здесь, значит, металлическая леска. Если вот в этих она именно леской, не металл, здесь леска идет красная. Здесь металлическая в облетке, как у всех китайских спиц. Но леска мягкая, хорошая. Она тоже, вот эта вот леска, кстати, памяти не имеет. Сейчас я возьму спицы китайчата на 40 сантиметров, и мы сравним с этими спицами. Ну вот, я уже показывала в своих обзорах вот эти мои спицы. Они не такие длинные. Девочки, но я ими вяжу всегда рукавчики, горловинки. Они очень классные. Так, ну давайте я сравню. Мои немножечко, видите? Вот буквально тут немножко-немножко они подлиньше. На каких-то вот 2 сантиметра они длиннее. Ну, в принципе, здесь прямая идет спица, а здесь она у меня загнутая. Вот здесь переход загнутый. Вот эти спицы я ни на что не поменяю никогда. Потому что, когда только начинаешь что-то вязать, ту же горловину, девочки, вот эти шапочки, это просто незаменимые вот эти спицы. Здесь ничего не требуется. В руке они лежат отлично. И петельки от рукава на себя я вяжу
вплоть до манжета, вот на этих спиц. Здесь, видите, тоже в облетке железный тросик. Вот здесь он цветной, а здесь он просто стальной тросик. Вот я хочу сказать, тросик вот на моих прежних спицах, он длиннее, а спица сама короче. Здесь тросик короче, а спица чуть-чуть длиннее. Но посмотрим, будет ли мне удобно вязать. Если не будет, то вот здесь надо будет загибать спицу. Просто попробовать ее загнуть, вот как вот здесь, сделать загиб. Вот здесь я бы, конечно, сделала загиб сразу же. Что-то они не подумали. Ну, так вот подтягивать сюда только. А так спица очень легкая. Носики шикарные. Носики, конечно, не сравнить. Глядите, девчата. Смотрите. Вот здесь носик какой он все же. И спица толстенькая. Эти очень тоненькие спицы. Очень. Тоже пустотелые, видать, легкие. Но носики у них, конечно, в сравнении не идут. Они вот удлиненные и очень, как бы, знаете, но не, ну, остренькие носы. Ну, буду пробовать, потом я вам скажу, как они будут в работе, вот эти вот спицы. Это вот 2,25. Но я хочу сказать, вот если бы они были хотя бы не на 40 сантиметров, да, а хотя бы на 45. Вот здесь, видите, вот указывается 40, 100 сантиметров, 80 есть сантиметров. Ну, видать, вот эта фирма выпускает. Ну, тут шапочки, кофточки. Ну, не знаю, как кофточки ими вязать, только горловину. Вот этими горловину, рукава я вяжу прям с большим-большим превеликим удовольствием. Рукава полностью вяжу, девочки, полностью. Никаких мэджик-клубов вот этих, я не знаю, правильно говорю или неправильно. Вот этими шикарно вязать. Перекидывай петельки и перекидывай. Здесь получается тройки нету и 3,5 нету. Есть 3,25, вот они, 3,75. Конечно, шикарные спицы. Ничего не скажу. Четверка. Не плачь, Муся. Муська нервничает. Там пришла соседская кошка. Она ее побила. Ну, вот тут, в принципе, уже и вроде бы и ничего. Ну, попробуем. Попробуем повязать ими. Носики хорошие, но единственное, я бы вот здесь сделала, конечно, плавное вот так вот закругление. Не прямые, а чтобы они закруглялись, переход. Леска нравится, девчата, спицы нравятся. Посмотрим их в работе. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14 спиц. 14 пар. И вот такой вот мешочек для хранения. Нормально, девочки. Надо навести мне порядок в спицах. Какие мне не нужны, те все продать. Потому что у меня очень много наборов. Те, которые лежат без действия, надо все их выставить на продажу, оставить тех, которыми я буду пользоваться. Вот эти, девчата, спицы, если, конечно, я их увижу, посмотрю, если будут 4,5 пятерку, я еще две пары дозакажу обязательно. Ну и вот он, второй наборчик на 80 сантиметров. Сейчас посмотрим здесь. Что у нас здесь? Долгожданные спицы шли, конечно, они, я не знаю, наверное, больше месяца. Это точно. Долго очень, девочки, очень долго. Такой же мешочек. Все простенько сшито. Велюрчиковый такой. Велюр. И написано «Книтинг». Так,
И вот мои новые спицы. 3,25. Черная леска. 2,75. Вот такая желтенькая. 3,75. Голубенькая. Восьмерка вот красненькая. Шестерка желтая. Так. Вот две желтых. Красных две. Вот четверка, восьмерка. Десятка белая. Смотрите, как классно здесь. Девятка фиолетовая. 6,5 черненькая. 3,25 черненькая. 4,5. И девятка. Смотрите. Если мы удваиваем 4,5, прибавьте 4,5. Что получается? Девятка. Вот они. Один номер. Четверка и восьмерка. Один номер. То есть удвоенный номер. Умножьте этот номер на 2. И вы найдете сразу восьмерка. 2,25, значит, что у нас будет? 5,50. 5,5. Вот они. Такие зелененькие, симпатичные. Пятерка и семерка. Семерка у нас 3,75. Идет с семеркой, а пятерка идет с десяткой. Беленькие. Лесочки разных цветов. Конечно, все красивое, девчата. Так, я хочу посмотреть сейчас, знаете, какую. Давайте посмотрим. Так, так, так. 2,75 вот возьмем. 2,75. Да, спицы классные. Это же лесочка, она гибкая. Памяти она не имеет, девочки. Вот у меня сколько в китайчатах. Я пользуюсь с 2014 года китайскими спицами. Вот такие на 40, на 60 у меня есть 2 набора, на 80 наборы. Один набор на 80, потом в большом таком числе в кожаном тоже на 80. Вот эти вот лески. Они память не имеют. Сколько бы вы на них не вязали, я вяжу 6 лет. Как бы, вот они у меня вот в таком вот положении, они в таких вот упаковочках и хранятся. Как бы я ни закрутила, я могу закрутить вот так их. Вообще в несколько вот. Памяти нету. Вот разворачиваешь и все. Нету памяти у них. Вот этим они хорошие. Но в моих прежних тут был вот у всех вот так, как вот загиб. И петельки, они прям сбегали сами. Вот здесь я бы, конечно, бы сделала не прямыми спицы, а тоже немножечко, чтобы был скос. Петли тогда машинально они сползают. Я не знаю, как здесь будут. Это будем, наверное, пропихивать петли. Посмотрим, девчата. Но вот так они... Так, а здесь у нас есть гравировка или нет? Я не вижу. Вот в этих есть гравировка, а в этих, по-моему, нету. А есть, девчата, есть. Вот. Вот здесь, ближе к носику. Попробовать еще и увидеть. Так. 2,75, да, есть гравировка. Конечно, уже не для моих только глаз. Угу. Тоже выгравирована, но тут вот ближе к носику. Вот она. Не знаю, сотрется она потом, не сотрется. Ну, есть. Носики отличные, девочки. Просто отличные. Классные. Ну, и сами эти. Будем вязать, пробовать. Когда немножко повяжу, сделаю на них уже отзыв. Как они в работе поведут себя. Вот. Но так вот всем хороши. И лесочки прям такие ровненькие. Нету тут ни шершавин, ничего. И с
спицы. Давайте пятерку еще достану. Угу, вот они, пятерки. Они такие же, как те мои. Пустотелые девчата, все то же самое. Вот сам сплав такой же, абсолютно такой, как вот эти вот китайчата. Один в один. Только здесь, я говорю, есть вот эти вот загибы, а здесь она идет прямая. Но здесь тоже вот она идет спица, да? Круглая, и вот здесь идет как бы заужение. Заужение, поэтому, наверное, будут петли сползать сюда и уже переходить на нашу, на наш тросик. Посмотрим, девочки, да? Посмотрим. Но носики в этих спицах, конечно, лучше, чем вот в этих. Потому что в маленьких еще номерах неплохие здесь носики. Чем выше номер, тем более закругленный носик. Они вот не острые. Здесь вот хорошие носики. Но вот эти лучше этих. Вот эти спицы я бы поставила на второе место, а вот эти на первое. Вот эти, девчата, если увидите, покупайте. Здесь вот прям, ну, просто шикарные спицы. Сегодня же залезу, посмотрю, буду писать подтверждение. Если только там есть четверку, я взяла 4,5-5, то обязательно куплю. Обязательно вот эти. Ну и вот, девочки, на этом, наверное, я обзор свой закончу. Больше я ничего не получила. Посылки идут очень долго, очень-очень-очень. Китай у нас вроде бы под боком, но идут то ли какие-то посылки через Гонконг, потом идут через Москву. В общем, посылка гуляет очень долго. Не буду ругать продавцов, потому что Китай сейчас с закрытой границей. И поэтому отправляют, наверное, окольными вот так путями. Но я буду надеяться, что нам понравится, мне в частности, вот эти спицы. То, что отзыв у девчонок был самый наилучший. Самый наилучший. Ну, по вот по леске, я сужу по леске, она память не имеет, это точно. То, что леска вот один в один с моими лесками. Единственное, посмотрим, как будут петли, переход, вот как он будет. Быстро или придется руками подпихивать петельки. Но я думаю, что не придется. Здесь вот на маленьких спицах, конечно, здесь вот переход, он малозаметный. Но вот на больших, вот видите, вот шестерка. Здесь вот уже явный переход и будет петля. Я думаю, она сама будет сползать сюда и уходить уже на тросик. На этом, девочки, всем огромное спасибо, кто посмотрел это видео до конца, кто порадовался за мои покупки. Вот эти вообще шикарные, просто шикарные, обалденные спицы. У них даже, вот знаете, и вид, и упаковка. Вот такая вот, поближе вам покажу. Вот так она сзади. Ну, Мада Нанчина, Китай, девочки. А эта упаковочка вот такая. Книтинг. Видите, фирма Книтинг. Вот такая. Ну, тоже классные. Но вот эти я уже без ума. Уже. Буду завязывать следующее изделие вот именно на этих спицах. Всем-всем огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, кому понравились вот эти покупочки. Вот эта покупочка, которая для дочки, девочки, очень классная, потому что, ну, я думаю, она будет подолговечнее. Мы покупали в фикс-прайсе, и она у меня тоже есть такая. Сейчас я вам даже покажу, принесу. Вот, девчат, такую же штучку мы покупали в фикс-прайсе. Она у нас и продается на Китай-городе. Вот она, видите,
включаю, жужжит. Вот здесь вот бегает и срезает волоски. Она на батарейке. То есть вот сюда, вот видите, вставляется батарейка. У меня работает вот эта штука, хотя тоже она очень дешевенькая была. Вот здесь. А у Наташи вот эта вот штучка, она потерялась. И говорит, мама, она очень слабо работала у нее. Не знаю, то почему. Ну, вот неудачная у ней была покупочка. У меня как бы работает, но вот этот вот колпачок, он треснул. Ну, это видно. Она, во-первых, смотрите, сделана так красиво. Во-вторых, она заряжается, подзарядка есть. Есть кисточка, да. И видно, что вот тут вот помощнее она вон крутится, прям шикарно. Ну, помощнее, да. Вот эту, девчата, вам покупочку рекомендую. Смогу оставить, если ссылочку на этот магазин, попробую оставить, то оставлю. На спицы оставлять ссылочку не буду. Не рекомендую этого продавца. Только из-за того, что отправил намного позже, чем было. Я уже хотела по поводу писать спиц, то, что куда они делись, почему такое время, уже все время вышло. А потом гляжу, продавец мне продлил. Но опять же, ставить вину продавца я не могу, потому что закрыты границы с Китаем. Ну и рекомендовать его тоже не хочу, потому что долго. Потому что были у Светы Шолоховой, посмотрите, ссылочку на вот эти вот именно, вот на эти спицы. Я знаю, Асечка по Светаной ссылке заказывала спицы намного позже, чем я. И она уже их давно получила и вяжет ими. Поэтому, девочки, без обид. На моего продавца я оставлять вот на это не буду ссылки. А на этом все. Всем приятных покупок, ровных петелек, удачи во всем, здоровья. С вами была Татьяна, и всем пока-пока.